Я прихожу, и я жду, что я что-то почувствую. Но ждать не надо, надо чувствовать. Медиация — это такой формат взаимодействия между человеком и искусством, когда зритель из формата пассивного смотрения переходит в формат активного интерпретирования. Медиатор умеет правильно задать вопрос. Видели ли вы что-то похожее ранее? Какие ассоциации эмоций у вас это вызывает? В этом году бренд Lime становится официальным партнером направления медиации. Наши интересы пересекаются в общей точке. Мы все время работаем с эмоциями людей. Мода, как и искусство, выстраивает личный контакт с нами через наши чувства и ощущения. Когда мы вовлекаемся в медиаторский тур и вместе начинаем производить знания, это неизбежно становится очень эмоциональным путешествием. Любая одежда является тоже выражением эмоционального. Зачем мы смотрим искусство? Зачем мы воспринимаем разные медиумы искусства? Зачем, в принципе, нам искусство? Зачем оно нам каждый день, когда встает солнце или когда солнца нет, когда зима? Когда дела идут плохо, когда дела идут хорошо, ты отвечаешь на вопрос, зачем мне искусство? Мода, в первую очередь, это часть современной культуры, и она реагирует на все изменения, которые происходят с людьми в целом вот в этом мире. С брендом Lime нас объединяет интерес к исследованию моды. Мы не задаем вопросы, адресованные в прошлое. Мы смотрим вокруг и ищем ответы в эмоциях людей, которые создают современную культуру здесь и сейчас.